Всем привет. Заказал себе такую интересную штуку. В общем, это ремешок, миланская петля, черный артикул VN0413BLC525, бренд Watch Me, Китай. В общем, приходит пакетик в пакетике. И здесь вовсе не миланская петля, но обычный такой же, как и у меня, в принципе, но только с быстросъемами уже ремешок. И черного цвета, что как бы уже интересно. Да, заплавили, конечно, хорошечно. Ничего, будем скрывать. Главное, чтобы был ножик под рукой. Текс. Переворачиваем. И погнали. Ну, так сказать, просто так не вскроешь без ножа. Тут еще такая вот штучка есть. Опа, как интересно. Если на своем я сам делал возможность вставить быстросъемные эти ушки, или как они там называются, не помню уже, в общем, то здесь они стоят изначально. Выглядит все следующим образом: черное, этому уже в субботу 100 лет будет, но, скажем так, по длине такой же. Ну и здесь вот самодельно растачивал, чтобы поставить такие же быстросъемные к Xiaomi. Опа. Размер 20. Ну там, в принципе, есть любые размеры. И 22, и 18. Ссылка будет в описании. Сейчас. Сидит жестко. Ну и вот разница какая. Не знаю, насколько его хватит, быстро ли он сотрется, но чернение это, краска или что это такое, покажет только время. Так, что-то тут заело уже. Со временем. Опа. Так, снимаем. Ну и в принципе все. Так. Немного по-другому сделано. Самоукрепление, но ничего. Страшного как бы в этом нет. И вот так это уже будет выглядеть более-менее нормально в темном цвете. Ну а там посмотрим, насколько и как его хватит. Ссылка будет в описании. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья.